ты пешком ходишь там? Там кто-то тащит что-то вот возле вас. Где? 220-210. Я под УАЗиком горячим. Нет, это не он. Чё, работаем? Я к вам подъеду. Да, блять, он, по-моему, то ли АГС там раскладывает, то ли что-то он тащит. Ну, взяли, помогли бы, чё? Вот помогай, же. Помогай. Да-да-да, вон. Цель, стекло у нас работ. Разбили. В кусту, по-моему, лежит там. Юго-запад убил. Юго-запад, азим. Ну, с юго-запада азиму точно не могу дать. Мне спину накидывали. Это где грузовичок стоит с дымом? Да-да-да. Там еще люди. Ура, люди. Пизда, вовремя из дома вышел. Но живой еще. Раненый есть? Нам просто Коронин защитить или какую-то цель? Коронин. Там в Коронинке. В Коронинке стоит какой-то контейнер. Не-не-не, оно. С мусором. Как он сюда поместился? Через эти двери. Блять, да вон они ползают, сука. Азимут. Там же, где и были. А где они были? К слева вот горячего грузовика. Готов один. Здесь триггер есть, убивающий отталкивающий, не знает никто? Да нету. Пошуга на безопасность. Ну что такое? Пистолет. По нам?
Чем стрелять? Я работал сейчас по этому, достреливал человека. Сейчас я проверю, человек это или камушек. Паспорт попроси. Что за гранат на западе? Под огнем. Что за осколки? Что за запад? Осколки. Ничего не работает. С юго-запада подходит. Что это за ГП? А, я походу и в тыл зашел, лол. Я возле того газа, с которого мы работали. Здесь они сместились на запад, да? Держим. Запад подходит, там клэмер свой. Где же они? На себя карту посмотрим. 240 пуск. Так, а одеть их форму можно? Ничего мне за это не будет. Или не надо? Свои же сейчас положат. А как в АГС сесть? Обычно колесико. Нету. Тут колесико нету, по классу JKL. У меня появилось, по крайней мере. Даже в грузовик не могу сесть. Что такое? О, этот клеймер сработал на безопасность. Это не клеймер. Это за... Реально колесико не работает. Ну логично, надо посмотреть в другой месте, если бы повторится то же самое, то, скорее всего это у меня. Ну тогда бы чат не работал. А нет, скорее всего это у меня. Чат же не работает, сообщение не проходит. Ну в общем проверяют, будем посмотреть. Куда он бьет? Ты слышишь? 250. Научите меня вязаться. А левый контур плюс левый клавиш Windows. Там вы наводишь на себя, и там будет либо какая-то часть тела повреждена, либо если машина уже хоть куда-то ли. Они, по-моему, за это лица полосой вот это. Да. А, вижу. Потерял, черт. Задели его, смотри, там по низинке, может быть, пойдет. Да, они уже здесь ходят в нашей лесополосе. На 270. Он там в поваленных деревьях ползает. Ползает назад собака. Далеко слишком, не добью. Оптики нет. А кто у нас там по тылам ходил? Кто из наших ползет? За периметром есть свои, нет? Нет, у всех хватит. Ходи на грузовика. У нас тут этот ползун. Ну все наши на КВшке. Пусть ползет, у меня тут клеймер лежит. Блин, упал в скварку, я его достать не могу.
дыхание достал. Шел себе. По-моему, отъехал. Что-то слабенько не идут. Кто-то у них в обход пошел. Собака. Да нет, тут же двое, я вижу, лезут. Да. Командир, потому что. Вон за Пашу. Да. Ком за Паша. Кеник. Да. А ты музыку слушал? Нет. Кто музыку слушал? Ну, то есть, Паша, а на сервере точно никакие настройки не стоят левые? Ну, то есть на это самое, на инсургу настроены. Азарт. Смотри, возможно, я там что-то... Там есть такая хрень, я автоматику делал, вскрытие всяких иконок ботов, там, перекрестие, скриптом, короче, команды делал. Скорее всего, там в эту команду вписалось, может быть, что-то. Я посмотрю, проверю потом. Потому что смотри, то есть, если перезайти на слот, то есть ты можешь перейти в технику и все остальное. А так, то есть, я все проверял, у меня то есть все работало в редакторе. Я вот не знаю, в чем прикол. И с управлением, вот видишь, тоже какая-то фигня. Пока не перезайдешь, ну, скорее всего, это да, может быть, да. Там он Гонза подлетел, сейчас воевать будет. Казалось, что это был не камушек, а человек. И тут, кстати, какой-то вот этот эйс, вот реально косой. Либо тут эйса, насколько я знаю, вроде есть эйс, и есть какое-то дополнение к эйсу, которое работает под эхватом. Эйс бета. Да. Потому что миномет, если стоит, да, на этой миссии, его нужно заряжать вручную. Ну, не вручную, а то есть оно автоматом стоит. И АГС, то есть я пришлось считать эти проценты, сколько, чтобы я знал, чтобы там одна улитка стояла, а не больше. И то есть не загрузить вручную, нифига, короче. Паша, и тут, короче, ерунда такая стоит. Я, знаешь, бывает на скутере или на машине сбиваешь человека, он заново встает и идет. Так в плане, это арма 3. Ну, в арме 3, да. Я ж такой сейчас азарт оттолкнул, он умер. И Роксана как-то задавил, еще он сзади бежал. В смысле, машина задавил? Чего он столько пробовал? Потому что вот постараюсь. Я смотрю, азарт бежит. Ну, я думал, сейчас я его толкнул, он пойдет, встанет. Это здание, говорю, которое я ставил. Я внутри, Мартин здесь подставил. А, да, вон два трупа вижу на квадроцикле. Это я там шоп. Нормально поиграли, нормально. Вообще-то, то есть, стоит миссия уничтожить два Тару, которые на ферме. Там мне надо было потом скорее. Кого уничтожить? Тару. Ну, такие, короче, контейнеры с этим самым, с боеприпасами, но не залочены. Я думал, Тара это то, что сдаёт. Они внутри фермы, видишь, стоят? Да, вижу, вижу. А нафига ты? Себе дом сделаешь? Ну да. Мне нравится оценка от этого армата. Я вижу, его броник спас, а не его бот ногу сломал. А что его убило? Бот его убил! Это Трую убил. Не, написано, что Труха, да. Его текстура. А у меня было просто был убит. Да, был убит. Ну, стрелял-то Труха. Кстати, Гонза попал по нему с СВД. Да, у Гонза вообще в грудь пропали. Нас насквозь выстрелили, он никак. А это же броники тут спасают. То есть броники такие особые, да? Ну, нет, насквозь особо, простреливают, не убивают. Броники, да, это ничего не зацепило. А, вон со столиком только остались. Угу. Можно убить их, пожалуйста, килл прописать? Не могу прописать, да? Азар. Мне интересно, будет ли такая фигня у Вула на миссии, мне вот интересно. То есть... Скорее всего, да. Да. Я не могу, вот серьезно, то есть, проверял. Вул не удалил пасхалку про батя до туда за своей. Нет, не удалял, потому что эмиссия сразу в трухи скинула. Все, он увидит, будет либо плакать. Мне кажется, нам придется, скорее всего, перезайти всем сразу на это самое. Либо сделаться лидером группы, вот в чем. Каждому. Либо просто все слоты одиночные в следующий раз сделать, чтобы все командиры. Сформироваться из группы выйти. Да, 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 выйти из группы, и скорее всего тогда можно. То есть просто командир не дал приказ, то есть все техники. А как выйти? Через 10 минут? Да, 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 через 10 минут. Либо сделаться лидером группы, там у каждого. А как так через 10 минут? Контр Windows, да? Да, контр Windows. Я себе настроил левый Windows, просто отдельно настройки. Если ты Escape нажмешь, у тебя слева будет вверху Ace настройки. Так, Ace настройки.
А есть настройки? И все все настраиваем. Настройки. Там. Кстати, еще вот... взаимодействие. А сейчас Роксар вышел с сервера, его труп тоже пропал. Чисто оружие ставил слезать. Знакомо, да, Фаздан? Чё, чё? Вышел с сервера. А, сложно, сложно. Труха умер. Подожди, от своей гранаты? Да. Гранаты, да. Но мне себя не отрубится, потому что еще два модуля Тару нужно уничтожить, которые внутри фермы. Так все-таки их надо было защищать. А вы знали, что их надо было уничтожить? Ну, так там что-то есть. Да, у нас писало. Да. Типа уничтожить. У нас опять на базе трое умерло, мы ничего. Подожди, Тро, а вас не отображалось, что там сохранить, типа, ну, это... Там же написано командира и модуль, ну не модуль, а клад. Ну, он там отображался, но мы прочитали так. И, кстати, в армии третьей больше FPS, чем во второй. Да. И все-таки надо делать всякие брифинги вот на всякий вот такой случай, а то все думаешь, что такой... Надо, наверное, настроить фейс там или что-то такое. Свои моды сделать, просто воркшопы скачивать, чтобы надо было Дуд перезашел на сервер, короче, зашел и убил Дудоника. Че это было? Это килл. Скилл 2 килл? Да. Ну, он перезаходил, видимо, да? Да, он перезаходил. Интересно, вул затащит, не? Нет. Подожди. По нему только что Гонза стрелял, поэтому я думаю, не могу понять, сколько очков стоит. Ой, тут не Гонза, этот. Кто там? Ну его спас этот. Чино. А кто это знал? Че произошло? АВ килл, понятно. Тоже Войт остался. АВ вообще на частоту выходил, нет, по-моему, нет. Да в том-то и дело, че он молчит? На кошелом выходить-то, господи, Ctrl нажать и все. Че, выходи, давай кикнем его нахрен, че он на частоту не выходит? Да не надо, пусть будет. Надо. Кто у него? АВ. Парень, что это за хобби рядом со мной лежит, синий? Посмотри. Маскаль клятый. Слышь, бис, вот думал, делает. Наверное, что в этот дом можно зайти, а нифига там в этот дом не зайдешь с другой стороны. Ну все, идет. Смотри на этого тупого, дырку, короче, собаку. А я что, в дюйца попал, что ли, или как так получилось? Прямо, это сдой, это сдой. Ну все, это знаете, как боты упираются в играх, он так же будет сейчас, давайте рубим. Да не надо. До него начнёт что-то доходить. Не рубите, чё. Он... Тут забор он не пройдет. Там справа блокпост, и вон где кустик. Поскребётся, пройдет. По колючей проволоке. Паша, мне кажется, это либо весь компакт, либо все-таки ботов не дизейбли. Вот что-то из этих двух. Эйс компакт, кажется, придурки. В стену бежит. Бис, напиши ему там, типа, эйс. В стиме, да? Напиши гранату. В смысле, в скайпе позвони, ты шо? Прекрати, ты выглядишь, как у ебища, да. Посмотри туда. Он до него что-то начал доходить. А слагбаум он не видит, нет? Нет. Судя по всему, нет. Инвалид. Сейчас на кого нашел фотку. Бежать. Тактика. КПП, смотри, КПП. Кстати, КПП будешь бежать, смотри. Когда человек начал стрелять, он... Да нет, это ужасно. Невозможно ни зеро один поставить, ничего, короче, это пропало именно в настройках, походу. Ну что, у меня постоянно слышно, да, с сервера. Не, перешел. Тут Паша еще, да, вот серьезно, какие-то настройки сервера. Просто надо свои моды для сервера, типа отстрел, эйс, отстрел, чтобы настроено. А почему те СРОшники в российские броники одеты, что это за фигня? А я не знаю, это так автоматом. Я их даже не переснаряжал. Так это же броники ЧСОшников, ты что? 6B5 же броник, ну. Ну, так у них такие броники были. У них такие во второй армии. Во второй армии у них другие были. У них такие были. Нет. Да. Нет, у них были другие, да. Но в РХС их сделали с такими брониками. А это не РХСовские пацаны, по-моему. Это РХСовские. А, нет, РХСовские, да. Потому что у куповских они по-другому выглядят. У куповских там есть броники, все очень, по-моему. Тут нету куповских, тут из куповских только карты. Чё ты сделал? Куст охраняет. Ну отдыхает, стамина упала. Я подозреваю, из-за чего это все пропало. Из-за того, что там команду я на скрытие иконок делал. Всяких групп иконок, рекрести и прочее. Скорее всего, пропало. Интерфейс убрал. Да. Кстати, колесо, по-моему, оно может и есть. То, что мы на него не нажали. Ты подорвался на мине? Не знаю. А где ты мину ставил-то? Ты в доме мину ставил? А вот...
А вот где Кенинг лежит? А я, судя по всему, на мини подорвался, кстати. Нет, тебя слева от УАЗа, нет, мина перед тобой лежит. А, я Паша ушатал. Слушай, они... Это отзывы умер? Сколько же я не осталось? Знаю, я просто умер. Один на один играют. А, ну это взрыв был. Не-не, Кенинга Паша завалил. Да, Паша завалил. Нет, его походу мои мины словили. Нет, его Паша завалил. Даже написано было. Да? Да. А где написано? Слева снизу было написано, когда кого-то убивают, но это только спектаторы. Да. Че, если Вула завалит, будет написано. О, Вул модуль Тару увидел. Наконец. А задание-то он читал? Ну, я думаю, почитал бы. Интересно, как он его взрывать сейчас будет. Руками. Когтями. Гранатой можно. Нет, граната не сработает. Ну, там что-то кроме гранаты было. Кто-то зачастую скидывал вот рядом с модулем Таро. Это отстрельная форма, не? А это модуль не нельзя залезть, да? Нет, модуль нельзя, потому что он с боеприпасами стоит, и когда он взрывается... Надо было него... поставить, там другой же есть модуль, который можно. Тут... А, ты ж не был, да, на первых ВСГ? Тут как у Трухи стоит этот модуль с той миссии, с Такистаном. Если он взрывается, после этого как в арсенал на Украине взрывается. Как Малаклея, да? Да, от него такие. То есть надо текать сразу. Да, нет, не текать сразу. Он взрывается через некоторое время, но... Можно уже не текать. Да. А чё он это ждёт? Так чё, он обороняется, ему шить некуда. Смотри на лицо. Но он не то обороняет. Высматривает, то есть кустов сейчас. Он труп Аздоника охраняет. Есть предположение, что АВ не умеет разговаривать, поэтому... Я предлагаю его кикнуть нахрен. Вул, смотреть на Вул. Вул что-то... Лутать. Чё ты уже надумал? Она не стреляет? Она стреляна или нет? Нет. А вы хорош. А он-то думается, интересно? Думаю, да. Ну-ка, чё собакин делать? Я хочу посмотреть на... А он не сможет ее достать, я думаю. В плане... Нет, про кость. Он управление ставит разве? Ну, у меня... На тройку. Лично у меня на тройку, да. У меня на циферке стоит. А у него, по-моему, нет. Не получается, да? Не попадёт. Прикинь, там снаряда нету, кстати, вот да, если снаряд не выпадёт. Нету снаряда. Сидит ты, говорит, её. Сейчас, знаешь, забитание просто происходит, и снаряд на самом деле там. Там снаряд. Там снаряда нет. Снаряда нет, реально. Если ты снаряд стырил с этой 26-ки, всё, ты можешь даже не стрелять с ней. Нифига, байт. Положил, походу. Знаешь, противник сидит такой, подходишь к нему, залазишь в рюкзак, убираешь 26-ки просто этот самый снаряд, ложишь обратно 26-ки. Ага, он тебе с калаша убивает. Отличная идея. Это, ты со снарядом убегаешь. Так есть, я специально ложил на миски кабельные стяжки, чтобы руки... Да, я заворачивал батон. Так, лутать. А у Трухи же вон труба. Труба, да. Он слепой. Да. Она у меня тоже не работает. Ну, колесо не работает. Ну так-то она работает, да? Не работает, я пробовал. Я, кстати, как-то... О, а вы это дверь в другом месте лутаются. Там как-то это, я на JK дверь потыкал, у меня открылась менюшка, и это все на колесо открылось, заработало. Так что... Ну, у меня... А, может, кстати, из этой менюшки, Данта, который понял, командир группы. Вот я ж говорю, вот может быть, но я не знаю, как оно работает именно в. Блин, они долго лутаться будут эти два? Может, давайте решим, да. Давайте, не надо, нет, не рубите. А в плане смысл, ну а. Да интересно же, ну. Твой фан биткоин, да. Взгляды за ботами бомб. Пошел, крадец, смотри. Сейчас боты еще спину завалит. Блин, а чей бот? А где бот? А, Риксар может быть? Риксар мертвый. О, АВ с Вулом он рядом. Смотри, рядом, да. Сейчас будет перестрелка. Да, блядь! Да ладно, ну! Все, да. А, не очень люди. Так, да.